нас тут Богданчик купил Z800, позвонил мне на Z750. Я, короче, сегодня движуха 750. Так, будем писать контент, точнее, Кавасаки. Будем писать контент в 9 градусов, бля. Да пиздец, я вообще не знаю, как вы в такую погоду будете кататься. Да ну нахуй, бля. Ты что, такой холод, бля. Что ты? Мерседес, вся херня, йоу. А ну давай, тут пару кругов. Моща. Колечко, колечко, кольцо. А где ж Богданчик? И шо мы? Куда стартанем? На Кремень? Ебать, Волга, бля! Что это за Волга? Ой, блядь. Страшная техника. Да. Ну такая. Вообще не бита, не крашена, не гнилая, нихуя, бля. Ой, блядь. Ну, це нормально. А это тоже так? Ну, вот тут просто и все. А, да, может мне тоже надо послабить? Было так затянул нахуй. Не, ну тут гуляет, ему ничего. Уже оно так и должно гулять. А я его затянул, как долго. Да. Да, конечно, просто я не люблю, я сюда в этом выйду, совсем тут не могу понять, как быстро. Да. Мощно. Шахет. Шахет? Да. Если это шахет, то я впервые слышу шахет. Реально? Да. Да, летают, суки. Сейчас прокатимся. Дергнул пацану на Белесковскую. Вот, дорога тут не очень. Вот, Ярик захочет ебануть. Надо на разворот. Я так его еще не крутил. Да реально? Ну я так подгазовывал, чтобы просто наравне быть. 80-200. Просто я его выкручивал только, чтобы лезть. Не, ну я подгазовывал, чтобы рядом быть. Чтобы ты типа почувствовал, что типа наравне едет. Такой, не-не-не-не-не. Не, ну прикольно, чё. Ну а шо, нормально. Да ну так, ощущается, конечно, где-то там под шею, где-то там может, а так... Ну, я только тут ощущаю, это есть только у нас. Да, бля, ты шо? Ждем машины, старт, вся хуйня, хуйня-майня. Можно было бы встать на задний, но тут такой ветерочек легенький, бля. Не хотелось бы уйти в сторону. Дать возможность пацанам поехать чуть-чуть. А, стартанул.
как надо стартовать. Или можно пропустить. Блять, что у меня было в кармане, что уже нема. Что никто не обгоняет. Машина, да? Сие. Что-то парни не едут. Не хотят. Или хотят стартануть, быть может. Гонщики. Заднее стать, потом передумал. Что она так топливом воняет, блядь? Не пойму. Почудим чуть-чуть по городу. Суеты навести. А то такое, да? Дорог нема. Ездим кто как хочет. Хто як хоче, так і дрожче, все як завжди. Ой, блядь, погода, звісно, піздец. Я не знаю, як ви катаєтесь, ребята. 10 градусов, блядь, минимум должно быть, блядь, теплый воздух, блядь, а не вот эта вот херня, блядь, вы шо, сдурели, блядь, это такой дубарь, блядь, ты, наверное, уже старый, блядь, просто, это пиздец, прям порой, блядь, аж, блядь, термобелье надо закутываться так, чтоб все было красиво, блядь, а не поотмораживать яйца себе, блядь. Потом лечиться. Вы чё? Ой, эти собачки гуляют. Больненькие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут что-то не получается у нас по транспорту. На аварийке едет, объезжает всех странно. Опасный. Не поймешь, куда он будет поворачивать, хоть бы руку вытащил, если что. Хоть бы что, если что. О-о-о, прохладно, прохладно. Не, я, бля, приеду домой, я поставлю. Ну его в сраку, бля, такую погоду, бля. Вы шо, бля? Вы шо? Надо будет красиво обогнать этого человечика. Если встречки не будет, а она есть. Вот то закоптел, блядь. Шкодник я, да? И же тот, блядь. Там парни не догоняют ни хера, где-то отстали, блядь. Где-то отстали. Ай. Бля, дороги. О, тут чудят всякие разные. Красиво. Дорога. Парней все еще не видно. Надо ждать, видать. Ветрено, конечно, блядь. Встаешь на заднее, тебя дует, сдувает, блядь. Это вообще небезопасно. Не советую такого делать. Так, почудить, поприкалываться где-то можно на площадочке, но точно нигде не в городе, блядь.
ненаселенном пункте, где движение. Короче, да, такое. О, как холодно, блядь. Если бы вы знали, пальцы померзли, блядь. Мы ехать будем, че не? Hello, guys. Надо пацанов пропустить вперед. О, блядь. Чтоб показать. О, ёп, туда Ярик, Ярик, сумасшедший, блядь. Нельзя справа делать такого. Сумасшедший просто. Крейзи байкер, блядь. Дети, бля, остановились, чтобы лайк показать, бля, создали пробку. Аварийная ситуация, бля, пожалуйста. Нам на выезд все равно. Ова. Не, лучше стань где-то тут, чтобы было как выехать. О, блядь. Как же у меня руки замерзли, бля. Пальцы мерзнут, пиздец, бля. Даже в перчатках. В этих перчатках что-то. Пальцы мерзнут вообще жуть. Прям я не знаю. Эти, это, наверное, зимние, че шо? Я не знаю, они просто кожаные. Бля. Не, это алистер. Не, покатать надо разрешение родителей. И шлем обязательно. Да. Можно. Ова. Давай. Только не сильно вот так. Не-не-не, вот эту сторону так. Ой, бля, малышня. Перекрыли трошки тротуар. Фоткает. Бля, вот эти резкие остановочки, блядь, нечто. Осторожнее надо это делать. Холодно, максимально холодно кататься. Ребята, не катайтесь ниже 10 градусов, даже в 10, в 11 хотя бы, и чтоб ветра не было, тепленький воздух. Безопаснее будет, это я вам гарантирую. Ой-ой-ой. А чем она так вышла на низ? Где вы там, хлопцы? Нагоняйте дяденьку. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Опа. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, как хорошо. Блядь, как хорошо, что есть такое заведение. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Сука. Сука. Сейчас. Сейчас, 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 все будет. Сейчас, 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 сейчас. Ёб твою мать. Боже мой. Как хорошо. Даже не можете себе представить. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, спасибо вам, добрые люди.
за такие заведения. Фух, это было нечто. Черт побери. What's up, man? You, man? Вот щит, блять, узел завязал. Ну, засада. Наверное, мои подписчики идут. Мама снимает себя, а я снимаю маму. Вот так вот и живем, ребятки. Ребятушки, что за точка? Кораблик? Да. Да. Напиши просто Just Run Rider и найдешь. Привет. Я тебе дам наклеечку, если они есть. Есть. Ой, все. И все. И найдешь. По названию, по логотипу. А вы на Власовке? На Власовке, в Кременчуге, здесь. Давай фоткайся, что ты хотел. А, мотик хотел сфоткать? А, ясно. Ну, садись. Не. Можно. Пожалуйста. Надо уезжать, пока не попросили газануть. Что, сколько он? Много. Больше 300. Что, можно? 100 гривен. 100 гривен и газуй. Да давай, газуй. Только не сильно вот так. Чуть-чуть. Боже. Дети, цветы жизни, да? Ну, хай лучше растут на другой клумбе. Ладно, я шучу. Просто так говорят. Ой, бля, это целое приключение. Каждый, бля, щось ножкою зацепи, підітре, бля. Ёб твою мать, как это все неаккуратно делается. Боже. Холодно, холодно. Без тебя мне холодно. Я один, и ты одна. Аварийная ситуация сегодня, я вам отвечаю, блядь. Это просто, блядь. Тоже зарубиться хочет пассатик, блядь.
по ямкам, кто кого сделает. Я-то отъеду. Дорожка-то заканчивается. Давай, догоняй. Кто кого? Вот это да, дорога, бля, по нашим дорогам, бля. Печальная, я бы сказал, блядь, вашу мать. Опа. Ух ты, блядь. Ебать, я даже не съел. Заруба была с да. Понял, что можно объехать нехуёвый кусочек дороги, бля. А он еще, ты видел, какая аварийная обстановка была, бля? Не видел? Он обгоняет, хотел обгонять машину вот это на балуде, плавный поворот на ровную дамбу идет. Я ж за ним, а смотрю, он оттормажится, потом встречки дохуя. И вот это ж ныряю, ебать, правее я беру, бля. Это пизда, бля. Это просто что-то с чем-то. И потом думаю... Ты ж обогнал его, я его обогнал, он походу обиделся. Да, да, он же сразу начал. А я ж еду, пишу, наверное, хую. Видел, что было на реке, как он, блядь, резко, блядь, там по этим ямам ехал, пиздец. Ты же специально хотел, чтобы типа, сделать. Ну, пиздец. Ну, так вот прокатились, прикольно, вообще замечательно. Прохладненько, конечно, но, в принципе, ничего. Если хорошо тепло одеться, но я в такую погоду не люблю кататься. Вот хоть убей, не знаю, бля, не моя погода, вообще не моя погода. Мне, пожалуйста, градусов 13, 14, 15 и можно ехать. А так, это вообще издевательство на самом деле. Вы что, ни в какие ворота буквально. Давай, пробегай, пробегай. Это... не моя погода. Не моя. Я не люблю такие перепады жуткие. Это вообще. А ты на ходу едешь, тут, наверное, до нуля падает температура. Это, ну, небезопасно, не рекомендую. А так, видосик для вас смонтирован. Трошки покатались, трошки проехались. Сделаем закрытие сезона у нас по месту. Потом поедем на Кременчуг. А там покажет. Контент еще запишем. Что-то-то для вас запишем, ребятки. В любом случае, я вас без контента не оставлю. Это уж точно. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Чекайте все ссылочки в описании. По Алиэкспресс. Может что-то вам приглядится. И прочее. Действительно хорошие кэшбэки. Способы заработка. На ура. Поэтому, да.